Приветствую тебя на своем канале, я рад тебя видеть. А сегодня я познакомлю тебя с этим замечательным конструктором от LEGO Education, набор с трубками. Мне он очень-очень нравится, потому что с полуторалетнего возраста дети могут проводить первые эксперименты. Представляешь, с полутора лет. А что же входит в состав этого набора? Цветные кубики LEGO, размерность LEGO дупла. Кроме того, вот эти очень яркие, очень интересные трубчатые элементы. И, конечно же, персонаж. Кроме того, внутри включены вот такие карточки идей. А еще я тебе хочу рассказать о том, что во время строительства дети будут развивать мелкую моторику. Кроме того, они узнают, что такое вход и что такое выход. И, конечно же, установят причинно-следственные связи. Еще хочу обратить твое внимание на некоторые занятия. Ты сможешь задавать детям мотивирующие вопросы, что произойдет если. Например, что произойдет если я вот в эту качельку добавлю вот такой шарик. Смотрите, дети, она наклонилась. А как нам сделать, чтобы качелька снова уравновесилась, не доставая этот шарик? Как вы думаете? Дети думают. Мы им даем второй шарик. Они начинают экспериментировать, помещать, ага, не получилось. И, конечно, доходят экспериментальным путем до того, что этот шарик помещают в нужную руку, и он уравновешивается. Здорово! В этом случае мы объясняем детям, что такое вес, да, и почему уравновесилась наша фигура. Вот. Более интересные эксперименты вы будете проводить вот с такими конструкциями, как это. Берем шарик и помещаем, отправляем его вниз по трубе. Смотрите! Таким образом, мы экспериментально объясним детям, что такое вход и что такое выход. Я хочу сказать тебе спасибо за внимание к нашему каналу. Если тебе нравится видео, ставь большой палец вверх. Если что-то не нравится, пиши комментарии. Обратная связь нам очень важна. И кроме того, спасибо тебе огромное за внимание конструкторам LEGO Education. Всего вам доброго и увидимся дальше.